360 проектов пока зарегистрировано от Клинского округа на губернаторскую премию «Наше Подмосковье». Организаторы и кураторы премии рекомендуют не откладывать подачу заявки на последнюю неделю, а уже сейчас зайти на сайт и заполнить анкету. Ну а мы продолжаем рассказывать о тех, кто уже подал пример. Молодежь и ветераны, как всегда, в авангарде активных соискателей. Продолжит Анастасия Галкина. Сбор макулатуры и металлолома в помощь нуждающихся ветеранов. Такова идея совместного проекта окружной ветеранской организации и молодежного движения «Юнармия». Проект существует третий год. За это время помощь оказана 7 пенсионерам, каждый из которых оказался в сложной жизненной ситуации. У нас очень много людей старшего поколения попадают в трудную жизненную ситуацию. И вот чтобы людям протянуть руку, и чем-то удовлетворить. У нас возникла такая идея. Семья вот инвалида, которая попала в трудную ситуацию. Купили холодильник, который им необходим. Семья председателя ветеранской организации, которая тоже заболела, и ей понадобились деньги для лечения. На правах полноценных партнеров в проекте участвуют юнармейцы. Именно они – агитаторы и организаторы пунктов приема вторсырья на базе школ. В общей сложности в инициативе задействовано более 600 юнармейцев. Юнармия – одно из основных направлений – это волонтерство. Мы решили, что это очень сильно хорошо подойдет и под наше направление, и плюс это очень сильно окажет помощь. И потом мы заметили, что очень много людей, очень много детей заинтересованы этим и помогает, и собирает макулатуру. И с каждым годом у нас увеличивается и количество детей, и количество сданной макулатуры. Только в апрельской кампании удалось собрать более 28 тонн макулатуры на сумму 84 тысячи рублей. В планах доброе дело продолжать. В случае победы полученные средства также пойдут на поддержку наших ветеранов. Расскажите и вы о своей полезной для округа инициативе. Грамотно подать заявку помогут консультанты по премии «Наше Подмосковье». Телефон для справок 215-13. Анастасия Галкина, Алексей Буланов, Дмитрий Кириллов. Новости дня.